Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х8 с дверями, с форточными блоками и со стеновыми форточками. Вот на таком замечательном основании из бруса. Пока готовимся. Разложились. Сейчас приступим к монтажу. Каркас теплицы мы поставили. Сейчас заканчиваем крутить верхний конек. Уже нанизали поликарбонат на стены. Сейчас оденем торцевой профиль и прокрутим все основательно уже. И плавно перейдем к покрытию крыши. Закончили мы монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х8 со стеновыми форточками, с форточными блоками и на брусе. Пойдем смотреть. Дверь с форточкой с одной стороны. Все держится на крючке. Все четко. Точно такая же с другой стороны. Два форточных блока на термоприводах. Размещены немножко асимметрично, я бы так сказал. То есть один во второй секции от дальнего торца, этот в третий. Это все тут высчитывали, где какая культура будет сидеть. С этим и связано такое расположение. Форточки тоже расположены по такому же принципу. Форточки стеновые у нас на термоприводах. Открывание снизу вверх. Расположено так, чтобы проветрилась больше передняя, так скажем, половина теплицы. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 40. Покрашено все полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Закреплен к столбикам. Антисептик у нас с тонирующим эффектом. Цвет, если не ошибаюсь, палисандр. Также имеются диагональные усилители по две штуки на каждую сторону. Поликарбонат 4 мм толщиной. Все торцы защищены торцевым профилем. Рекламка обязательно. Вот такая отличная, большая, надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!